Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас Kia Sportage 3 2012 года. И сейчас мы с владельцем Сергеем посмотрим, как поменять задний парктроник на этом автомобиле. Всем привет! Ложимся, значит, на травку и вот так вот под бампер заглядываем. И здесь средние датчики парктроника очень хорошо видны. Вот он один. Вот второй. Снимаем разъем питания. Для того, чтобы его снять, нажимаем вот здесь на вот эту вот лапочку. На нее нажали и вытащили разъемчик. Вот на эту лапку мы нажимаем, когда снимаем разъем с датчика. Вот мы на нее нажимаем, и видно, как приподнимается лапка, которая одевается на зубец на датчике. Теперь как достать сам датчик. Смотрите, вот у нас одна лапка, вот вторая лапка. Их надо разжать. Эту вниз, эту вверх. И одновременно, ну почти одновременно, вытаскиваем сам датчик. Лучше это делать вдвоем, можно одному, но вдвоем удобней. Разжимаю вот так вот усики эти. Серег, подтолкни-ка датчик с улицы. Вот, и он прекрасно снимается. Сейчас мы его детально рассмотрим на улице уже. Протираем. Почти как новый. Центральные и боковые отличаются. Слева у нас датчик боковой, справа датчик центральный. Вот маркировка центрального датчика, а вот маркировка бокового. Этот был заказан на AliExpress. Ссылочку на продавца я оставлю под видео. Здесь, обратите внимание, уже черная резиночка. Раньше они поставлялись почему-то на Алишке с белой. Здесь вот уже все с черненькой. Кстати говоря, вот эти усики, за которые цепляется датчик в бампере. И чтобы датчик достать, мы отжимали лапки и вынимали его. Вот мы видим прорезь в лапке, за которую цепляется вот этот усик на датчике. Точно такая же лапка и сверху. Берем датчик, вставляем и проталкиваем его аккуратненько в бампер. Защелкнулись усики и одеваем разъем питания. Теперь переходим к боковому датчику. Так, заглядываем за бампер. И вон у нас, вот мы видим проводочек. Вот он торчит, этот датчик. Снимаем по такому же принципу. Нажимаем на лапку, достаем разъем, потом разжимаем фиксирующие лапки самого датчика и выталкиваем его внутрь бампера. Нажали, достали разъемчик. Теперь надо отжать лапки, а Сергей надавит на датчик. Оп, и достаем его. Вот наш новый датчик, вот тот, который только что сняли. Номера у них абсолютно одинаковые, 95-720-3U-00. Сейчас будем ставить новый на место. Вот он. Теперь накидываем разъемчик питания. Теперь проверим датчики парктроника. Сначала правый. Теперь левый. Центральные. Все отлично, все работает. На этом мы с вами прощаемся. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Всем пока!